Астрологические заметки. Итак, с чего у нас начинается неделя? Сегодня понедельник, 27 число. Давайте посмотрим, что там на небе. А на небе у нас начало недели и несколько приятнейших событий. Солнце в соединении с Венерой. А это лучшее время для красоты, любви и радости жизни. Поэтому все прям сегодня, ну, сегодня, завтра, послезавтра. Сейчас скажу, сейчас посмотрю, открою гороскоп. Сколько дней у нас будет работать аспект, он будет долго работать. Он будет работать у нас всю эту неделю. Итак, это лучшая неделя для того, чтобы сходить к косметологу, сделать что-то с волосами, купить себе что-нибудь приятное и красивое, и, конечно же, завести роман. В общем, лучшее время для любовных радостей и красот. А еще можно куда-то вложить деньги. Вдруг актуально.